Здравствуйте, меня зовут Меджахан Бабаджанов. Я учусь в учебном центре «Дата», и я сделал вот это. Если мы нажимаем на вот эту кнопку, то сгорают вот эти двое. Если на эту, вот эти двое. Я сделал это с помощью резисторов, пинов и 5 вольт. Вот. Первая кнопка у меня подключена к четвертому пину, а вторая к второму пину. Сперва я подсоединил 5 вольт и ГНД, а потом я из 5 вольтов я подсоединил к кнопке, а потом его кнопку к пинам, потом поставил резистор. А лампочки я сделал с помощью проводов к пинам и с помощью резистора и ГНД. Я раньше не умел делать так. Я раньше умел только подключать одну лампочку, а теперь умею и это, и это. Я много чего научился. Я научился управлять лампочками с помощью Arduino. Arduino – это главный мозг этого проекта. К этому, к Arduino подсоединяется провод, который ведет к компьютеру, а через компьютер он питается. Мы ему делаем код вот такой. Вот. Вот такой мы делаем код. Вот. Я потратил на это 1,5 часа. Я сейчас покажу мой проект. Вот.